Приветствую вас, дорогие друзья, рад вас всех снова приветствовать на просторах средневековой Японии. В игре Сёгун Тотал Вар. Самый первый Сёгун Тотал Вар, самая первая игра из серии Тотал Вар. Так, ну что, играем мы за клан моря, продолжаем прохождение. Так, и что у нас тут получается? Получается у нас то, что здесь клана Ода осталось. Ну, может быть, не последняя территория, но, по крайней мере, это тут территория Хида, которую нам нужно захватить. Так, ну давайте выдвигаем, значит, вот эту вот нашу большую армию на Хиду. И завершаем ход. Так. С Ацуми у нас построились сторожевые пограничные башни. В Асуми закончили строительство замка. А я смотрю, неплохо тут наши союзники, то Исуги. Ой, ходят, точнее, развиваются. Так, ну что? То есть мы провинцию Хида. Нам еще и союзники помогают. У нас только союзник 468 больше, чем врага. Наши силы 1439. Ну что, давайте команду отлично атакой. Итак, нажимаем продолжить, нажимаем атаковать. Так, выделяем всех в группу. Начинаем сражение и давайте выберем построение. Давайте, наверное, вот что ли вот это или... Так, ну давайте, какое, ну вот такое давайте построение сделаем. Так, наши союзники идут отсюда. С этого направления. Слева, то есть. Честно говоря, не знаю, почему решили нам помочь. Видимо, может быть, рассчитывали сами сначала территорию занять, но так как мы их опередили, они уже отдали приказ. Поэтому мы здесь выступаем единым фронтом, как бы. Так, ну давайте быстренько перестраивайтесь уже. Как вы все это долго делаете, конечно. Ой, как-то вот они странно перестраиваются нафиг. Эти оттуда идут. Два отряда мы все ждем, никак не дождемся, когда они выстроятся. Никак. Все, последний отряд осталось нам построить, здесь перестроить. И, собственно говоря, будет все готово.
Можем двигаться вперед. Вот куда ж вы идете-то, а? Ладно, давайте, двигаемся, все, хватит. Сейчас будут они там бегать туда-сюда. Выдвигаемся сразу сюда. Враг, я так думаю, должен где-то быть у нас прямо по курсу. Ну да, так и есть, они прямо по курсу, вон в том лесочке, который виднеется перед нами. Вот оно, наше воинство многочисленное. Покоривший уже десятки земель. Так, давайте сразу сюда идем. Не будем тратить время там на перестройки. А то и так у нас сейчас время. У нас битва в основном тратится время, дайте подходы. Конечно, можете это на быстром. Ускорить, точнее, течение битвы. Все это произойдет, конечно же, быстрее. Включилась сразу боевая музыка, так как начали обстреливать. Так, давайте всех наших лучников направляем сюда. Пехоту давайте делим, наверное, на группки. Стоп, а почему не в группе? Ладно. Давайте выделим вот этих и вот этих вот. Пошлем их на сигару. Этих сюда вот давайте. Куда-то они убегают.
Давайте кавалерию на вражеского генерала пошлем. И плюс вот этих вот тоже давайте. Давайте вот эти на вражеского генерала. Все остальные силы давайте сюда. Да блин. Так, наши силы атаковали вражеского генерала. Так, стоп, давайте вы, наверное, лучше вот этих вот бейте. Давайте сюда. Давайте тоже сюда. Так, как здесь поживает наши самураи на даче? Гонят они самураев яри, насколько я понял, да? Давайте сюда вот тоже окружим. Здесь вот самураев-лучников. Здесь наш кавалерий вполне себе так успешно добивает вражеского генерала. Осталось у него всего трое бойцов. Это кто такие убегают? Самураи-лучники. В общем-то, поражение клана Лода здесь повсеместное уже. Можно сказать. Куда ж ты, блин, пошел с этим самураями лучниками? Все равно догоню, все равно поймаю. Тем более сейчас кавалерия у меня освободится. У тебя вообще шансов-то никаких не будет. Давайте, их осталось всего двое. Генерал и его телохранитель. Сейчас мы узнаем, кто из них генерал. Походу, телохранитель такой остался. Видимо, правая рука, наверное, долго тоже сопротивляется. Вот, тут уже и союзники наши подключились тоже. Самурай на даче. Когда успели дойти, не знаю, интересно. Последний остался, все убили мы. Вражескую. Ну, то есть. Правую руку или кто он там? Ну, в общем, охранника. Вражеского генерала. Теперь остался только вражеский генерал. Сейчас мы его убьем и все. Я так думаю, будет. Если, конечно, у них больше нет регионов, то, в принципе, с кланом Оды будет покончено. Давайте сражать, добивать его. Осталось, ё-моё. Это как-то стоят и даже не дерутся. Давайте все силы сюда. Хорошо,
Ай-яй-яй-яй, ловите, ловите его. Не дайте ему уйти. Все. Отлично. Уничтожили мы вражеского генерала. Так, а где у него еще солдаты остались? Ох ты, вон их еще сколько здесь осталось-то. Бегает, правда, все. Так, давайте теперь, значит, все сюда. Покончим с остатками войск клана Оды. Забежали они в лес. Спасаются бегством. Да что-то наш кавалерий не бежит, а? Таким макаром они сейчас уже выйдут за линию. Тут осталось совсем немного. Сейчас они этот холмик прям заберутся и все на него. И... Блин, вспоминай, как звали их. Давайте хоть вот этих, может, успеем поймать. Где там кто еще? Почему нет побед до сих пор? Кто-то, значит, где-то еще бегает у них. Все, теперь победа. Так, потеряли мы 68 воинов, враг потерял 179. Захвачен провинцией Хида. Новая казна у нас 3973. Португальский торговый мы не желаем видеть. Все, клан Ода у нас уничтожен. Надеюсь, что они больше здесь у нас не возродятся. В местах буддистов. Нет, не будем никакой аудиенции представлять, потому что мы начинаем на вас наступление. Конечно, какие может, могут быть нейтральные отношения уже теперь. Так, кого нам здесь нанять-то? Давайте кавалерию Нагината, может быть. Наймем. Так, и давайте, значит, здесь, в провинции Сацума. Строим. Большой замок. В провинции Сацума строим порт. Точнее, стоп. На этом ходу мы не будем ничего строить. У нас и так уже найм идет на этом ходу. Поэтому пока отставить. Завершаем ход.
собирается защищаться в Охту-Исуги в провинции Кага. Ну что ж, давайте сражаться. Продолжить атаковать. Начать сражение. Давайте двигаемся навстречу врагу. Давайте сюда идем. Наверняка, мне кажется, они где-то там вот здесь, пока в этом леске спрятались, скорее всего. Так, давайте нашего генерала тоже пока сюда поближе подведем. Так, ну где они могут быть? Ага, вот они. Обнаружили себя. Так, кто здесь у них? Самурай Яри. Так, давайте распределяемся. Вы атакуете вот этих. Вы три отряда. Атакуйте вот этих вот. Ну теперь пехота. Выдавать на этот отряд. А эти три отряда сюда вот. Кавалерию направим сюда. Ага, как пытается отбежать куда-то. Давайте-ка вот этих тогда лучников обстреляем. Командирский отряд. Пехоту нашу давайте сюда направим. Кавалерию Ярина тут холмик. Давайте генерал нашего сюда. Куда ж ты, блин, идешь-то все, а? Бегс, ну давайте тогда вот эти самураев Яри обстреливайте. Нанесем им потери сейчас мы. Какие-никакие, чтобы не зря уж нам было выходить. Тратить здесь время на выход на поле сражения. Давайте там встали-то.
Все. Наши потери 0. Враг потерял 51 воина. Отлично. Провинция Кага захвачена. Теперь осаждаем здесь замок. Так, ну здесь у нас открывается, собственно, два направления. Это Ячху и дальше. Ну давайте вот эту вот так, наверное, бросим сюда, вот на провинцию Ячху. Здесь разделимся. Оставим гарнизон в Хиде. Передвигаем наших солдат. Точнее, нет, пока не передвигаем, пока у нас там еще не сделался отряд. Так, ну давайте займемся строительством дальше. Что нам можно, можно еще построить мимо Осаки? Из военных зданий. Давайте знаменитый доджи мечников строим мимо Осаки. В провинции Аки строим. А пускай шахтовый комплекс строит. Хотя никого не производит, но хоть для экономики. А, блин. Ладно, не хочешь нам пока, сколько у нас здесь прибавка идет финансовая. Ну давайте ход сделаем еще, наверное. Из Ячху Вахтуисуги отступает. Провинция Ячху захвачена. Итак, в провинции Кага еще сезон продержится. У нас новый наследник достиг совершеннолетия. Ох ты, тут у него уже в провинции Ичига обороны более такая серьезная. Поэтому здесь пока Ичигу давайте становимся в оборону. Передвигаем наше подкрепление. Так, мимо Осаки нанимаем лучников. Здесь пока территория уже наших союзников. Ну давайте еще ход завершим тогда. Так, хорошая новость. Теперь вашего клана самое большое войско во всей Японии. Ни один из кланов не может с вами сравниться. Осада провинции Кага собирается сдаться. Так, объединяем здесь войска, наше подошедшее подкрепление. В общем, здесь у нас армия комплект уже. Так, ну что, давайте, так, давайте посмотрим, как все об альянсах. Ода уничтожен, Имагава уничтожен, Симадзе уничтожен. Остались у нас только Такеда, остались у нас Уесуги и наш союзник клан Ходзи. Так, ну сначала ликвидируем клан Уесуги, а там посмотрим. У нас останутся, в принципе, только два, Такеда и Ходзи. Ну, я так думаю, нам уже здесь никто, в принципе, не может уже противостоять. У нас просто огромная территория. Захватили мы, наверное, мне кажется, большую часть страны, хотя, кто его знает. Возможно, нам еще придется попотеть здесь с нашими союзниками. Так, ну ладно, на этом всем пока, до новых встреч.